Так, мамуль, электроны и нейроны там подвигались, и вообще я теперь 55 нарисовал два амогуса. Амогус плюс амогус, сколько будет? Два амогуса, правильно? Можно было как-то иначе, я думаю. А что это такое? А, это лицо! Я очередной сон и очередное проснутие, так скажем. Вот. И в этот раз нам нужно больше не поверить мозгов. Вот. Новый день и новый день, чтобы... приняли в колледж, я правильно понимаю? Так, мама что-то там не разрешает, надо снова ее убеждать. Капец, это что такое? Это что за вселенная? Это какая-то параллельная вселенная. Так, мама против моего обучения. Мам, ну можно, пожалуйста, я в универ поступлю, как все мои нормальные друзья? Нет, сын, у тебя очень низкий IQ, к сожалению. Поэтому это будет простая трата времени и денег. А ты хоть знаешь, какой у меня IQ? А сейчас будет градусник? Нет, она просто достала мозг. И посмотрела, там количество извилин, вероятно, я не знаю. Воу, это так мало, 10 это маловато, конечно. Ну, как будто бы 10 IQ, да, наверное, маловато. Так, мама всегда говорила, что морковка увеличивает IQ. Надо бы это все дело проверить. Кстати, смотрите, это получается один в один та же игра, которая была самой первой на моем канале. То есть все один в один. Ух ты, ой. А как, тут тоже была морковка? Здесь тоже была морковка? Где еще морковка? Надеюсь, не в мусорном пакете, да. Так, здесь морковочка лежит. Вторая морковочка, плюс еще один поинт, так сказать, IQ. Еще морковочка, так что... Кизи хороший какой. Я не могу, обожаю эти пикчи. Так, пятая, наверняка шестая морковочка, конечно, в гараже. Ну... Понятное дело. Блин, реально дом просто не меняют. Они просто такие, типа, ну, можно сделать и новую игру со старой картой. Так, ну что, мамуль, чекнешь мой IQ теперь? Оп, мне нравится, как она достает просто это все дело. Извини, сына, 15. Все равно все еще маловато. Подождите, минутку, было 6. 6 морковочек, правильно? До этого у меня было 10 IQ. Мы захавали 6 морковочек. Плюс 1 единичка за морковку. Должно быть 16, у меня 15. По-моему, мама не умеет считать. Так, книжку прочитали, плюс 1 IQ. Вот это, кстати, нормальная тема. Прикиньте, все было вот так вот, тупо прокачка, да? Тупо идешь, читаешь книжку и знаешь, что после этого тебе плюс там 5 IQ, например. Или что-то типа того. Как вы считаете, читали бы больше книжек, если вот так вот было бы? Так, ну что, 4-я книга и последняя, 5-я книжка. Угу, вот здесь. Зачем нам может понадобиться вообще магнит? Кто может мне сказать? Все, самое время поговорить с мамой. Мамуль, теперь, пожалуйста, достань мозг, посмотри там, как с извилинами. Как у меня там, нормально все? Так, оп. Мне так нравится, как она, знаете, так зырит чисто на этот мозг. И такая, так, ну, явно, ну, уже получше выглядит мозг. Так, все еще 20, все еще маловато. И вообще, где твои очки? О, мама права, очки точно сделают меня умнее. Ну, да, очки это сразу, это знаете, как вот красная машина равно спортивная. То есть красная машина плюс 20 лошадиных сил сразу, а вот очки это сразу плюс 20, нет, все же плюс 4 IQ. Хорошо. Так, ну что скажешь теперь, мамуль? Что скажешь теперь? Давай, говори. Так, достает. Так, 24. Немножко больше, но все еще не хватает, все еще маловато. Так, может быть, попробовать одеться? Почему это мама говорит? Типа, не перевели, так сказать, камеру. Вот здесь у нас? Ну вот так сразу, слушайте, ну вот так сразу, честно говоря, десяточка IQ накинулась, по-моему. Если меньше, то, ну, не знаю, это несправедливо. Так, мамуль, снова надо проверить, потому что, ну, я уже серьезный, я уже готов к универу, у меня есть костюм. Наверняка где-то есть еще и пальто, а пальто это, ну, вообще, все это... 30, все еще мало. Значит, не десятку накинули, поменьше. Может, я могу стать умнее, если я закончу свою домашнюю работу 6-летней давности? По-моему, у меня вопрос к тебе, чувачок. Какой тебе универ? Нарисовал два амогуса. Амогус плюс амогус. Сколько будет? Два амогуса, правильно? Пистолетик плюс ружо. Там непонятно, что будет. Так, что, мамуль? Я сделал домашку. Вообще, умный капец. Почему-то еще ношу голубую футболку под рубашкой. Белый. IQ маловато, короче говоря. Так, 40. О, у тебя прогресс, но все еще слабый прогресс, все еще маловато. Так, я походу в интернете там видал, как можно с помощью социализации заинкризить IQ. Типа, ну-ка стой. Ну-ка стой! Я должен на тебе IQ свой увеличить. Стой! Стой! Ладно, все, я за этим бежать не буду, я вот с этим побазарю. Так, дядя, доброе утро, какой хороший день, до свидания.
Вот это сильный диалог. Там сразу плюс 5 IQ полюбас. Так. Здравствуйте. И что? До свидания. Здравствуйте, до свидания. Так, уважаемый. Здравствуйте. Джоин... Что? А, это студия, короче, кто игру выпустил. Обязательно. Спасибо большое. Так, здравствуйте. До свидания. Угу. Очень разнообразные беседы. О, хочешь стать умным? Хочу. А можно сразу... Нет, сразу нельзя стать умным. Нужно пройти все круги ада. Надо сначала прочитать книжки, порешать там домашки, съесть морковку, с мамой там поболтать. И только потом можно будет прийти туда. 45. Нет. Ну, 45 уже прогресс, уже не 20, честно говоря. Так, может, можно попробовать медитацию? Воу, по-моему, немножко не туда мыслишь. Типа, разве это... Так, а где? Ага. Опа. Ого. Это так работает. По-моему, он... Ага, прическу поменял. Нормально. А сколько медитация дала, подождите? Было сколько? 40 вроде? Или... Я не помню сколько. Так, мамуль, электроны и нейроны там подвигались. И вообще, я теперь... 55? Всего лишь, а что так мало? Так, все равно все еще не идешь в колледж. Так, хорошо. А если я начну заниматься спортом? Это, может быть, это как-нибудь мой мозг... Так, это где? А куда надо пойти? Мозг мой сделает сильнее. Куда мне пойти? Где заниматься надо? Здесь нет? На улице, может быть? Чё ты? Блин. Все, сколько надо сделать? Раз. Два. Какой крик. Какое невозмутимое лицо при этом. Уже 5 раз. Капец. И как это связано? Как будто бы не то, чтобы сильно связано. Нет, ну разумеется, все должно быть как-то сбалансировано. И надо и спортом заниматься, и учиться при этом. Но вот мне кажется, что IQ не добавится. Ох! Что теперь? Мне кажется, теперь он так стал разговаривать. Ну что, что вот? Как сейчас? О, а мозг-то здоровый стал! 65? Прекрати надоедать мне. В смысле? Ты видала, какой у меня мозг стал? Так, знаете что? Может быть, надо за... Что? Надо заполнить бассейн мозгами? Чьими, во-первых? Во-вторых, зачем? В-третьих, как это поможет? Это... Кошмар. А мне надо их реально где-то, типа, найти? Так, ну что, давайте. Так. Мы разговариваем с богом... Ой. Как это? Интеллекта, получается. Что хотел? Он фиолетовый, правда? Фиолетовый, да? Можешь, пожалуйста, наполнить мой бассейн интеллектом? Интеллект. Ну, мозгов насыпь туда много очень, пожалуйста. Очень много мозгов насыпь. А, ну да, вот. Объяснение простое. Можешь, пожалуйста, наполнить мой бассейн мозгами? Да, нет проблем, конечно же. Так, он там кастует. Очень красиво. Спасибо большое! Так, и что теперь? А, ну он теперь взорвался. Ну ничего страшного. Все, мне надо здесь покупаться. Нет, здесь покупаться не выйдет. То есть это просто как мой талисман, типа, да, я правильно понимаю? То есть, типа, я думал, что нужно будет именно там покупаться в них или, не знаю, съесть их, возможно. И, мамуль, я, мне кажется, становлюсь очень умным. Как ты считаешь? Проверишь? Оп, а мозг-то? А мозг-то растет. 110. Вау. Но все еще маловато. В смысле, 110? Это уже вообще, по-моему, нормально. Так, я, походу, видел магазинчик на улице. Кажется, в нем то, что мне нужно. Я согласен. В нем как раз-таки то, что тебе нужно. Посмотри. Тут так и написано. Хочешь стать умным? Да, давай. Привет. Эй, хочешь стать умнее? Да, конечно. Так, хорошо. Это будет стоить тебе $1 миллиард. А, как я там могу заплатить? Как-то я не успел. Так. У меня есть какое-то зелье. Это так работает? О. Ай. Ай. А. Вот это интересно. Спасибо тебе, дядька, конечно, но можно было как-то иначе, я думаю. А что это такое? А, это лицо! Я думаю, что это за... Что это такое? Это лицо, господи. Так, ну, мам, ну, тут как бы уже... Так, пожалуйста, извини, но проверь, пожалуйста, еще разок. Я не знаю вот этих умных слов. Что? Мозг? В мозгах 200. Колледж все еще не стоит того? 200 IQ? Ты че, мать? Так, надо еще немножко поумнеть. Мама, по-моему, не в себе. О, вот для чего магнит, смотрите, вот он. Так, а как? А, надо...
притянуть солнце. Опять вот эта вот фигня с солнцем. Так, ну, разумеется, солнце притягивается магнитом. Так, сильнее притягиваем. Еще сильнее притягиваем. Что это за звук? Это сейчас будет муха какая-то, правильно понимаю? Ну-ка. Нет, да еще. Вот сейчас вот будет. Так, во. Блин. Я не знаю. Это получается расхождение прямо сейчас, да? Ну, без разницы. Все равно я сейчас пройду на другую концовку сразу же. Поэтому давайте сильнее. Так. Ой, я не то притянул. Бум. Произошел бум. Откуда там такая ракета в космосе-то? Кто ее туда послал? А, плохая концовка. Не надо было тебе так сильно тянуть ракету на Землю. Ну это, ну кто знал-то, ёлки, кто знал? Капец. Блин, ребят, я решил заспидранить. А этот спидран значит немножко другое. Мне просто здесь будут считать время. Поехали. Капец, спидран, не туда. Что там? Что? Кто это-то? А, боже мой, это отвратительно. Это отвратительно. Да отстань, все, отстань. Мне уже бежать надо. Хватит. Хватит, мне надо скорее похавать. Капец, а в чем смысл? В чем... Фу, отвратительно. В чем поинт этого спидрана, если... Ну, если у меня все с такой же скоростью. Я думал, типа, мне дадут, я не знаю, хотя бы скипать диалоги там быстрее. Или там, в принципе, мне они не понадобятся. Я просто буду ходить и выполнять какие-то эти таски. Но нет, все абсолютно точно такое же. Абсолютно такое же. Я просто должен быстренько все нажимать, получается. Все, быстренько. Мяу. Книжка, книжка, книжка. Сейчас у нас все должно получиться. Книжка вторая. Господи, где же все книжки? Зачем я спешу? Зачем я спешу? Мне же не нужно никуда спешить. Спидран здесь просто для красоты ведь. Господи. Мама. Так, проверяет мама, проверяет. Так. Двадцаточка. Да и пофиг. Очки. Очки. Очень быстрая игра будет. Максимально быстрая концовка. Поехали, сказано тебе. Тру-ту-ту-ту-ту. Так, одеться. Дресс-ап. Все, готово. Мам, посмотри, какой я умный. Интересно, сколько мне IQ даст приближение солнца... Приближение солнца к Земле. Все, побежали скорее, господи. Вот это очень долгий таск. Здесь надо говорить с людьми. Блин, к тому я не успею. Давай быстрее уходи нафиг отсюда. С кем еще можно поговорить? Дядя, быстрее иди. А вот с этим вот, который донат просит, нельзя? Нет, с ним, конечно же, нельзя. Ну, ну это капец какой-то. Так, вот и последний. Шестой человек. Мама, срочно меряй мозг. Срочно доставай и смотри. Все, так, раз, два. Ну, смотрите, он реально визуально сильно больше прям стал. Это капец. Помедитировали. Появились волосы. От медитации появляются волосы, если вдруг кому интересно. Потом исчезают, когда вы прекращаете медитировать. Все? Нет? Да? Ой, нет, зачем я медитирую еще раз? Ой. Ой. А я что сделал? А зачем? Я же не хотел. Сейчас бумкнет? Я не понимаю. Это какая концовка? Это хорошая вообще или плохая? Я не понимаю. Что? Мне ничего не говорят. Мне только цифры сейчас... Больше 9000, ты стал слишком сильным для того, чтобы, ну, короче, Земля с тобой справлялась. Ты слишком силен, капец. Это просто произошло по неосторожности, господи, я не хотел этого, простите, ради бога. Ну, знаете, меня такая концовка вполне себе устраивает, поэтому ладно. В другой концовке я явно был бы не таким умным, и Земля бы меня выдержала, а я не хочу так жить, я хочу быть слишком умным. Поэтому на сегодня это все, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте, и всем пока.